Сегодня мы находимся на корпоративе BMW. Настроение у всех хорошее, у меня уж точно, потому что сейчас там выступают бразильские девчонки. Пойдем смотреть. Слово предоставляется Александру Соколу, генеральному директору компании «Автодом». Таких пакетов. Пакеты особенные, потому что в них, так как вы являетесь представителями компании «Автодом», находятся детали детского мотороллера. Бокал вина отодвигаем, потому что можно облить что-то. Или вы подсвечиваете, да? Не, ну вы катайтесь, это же мотороллер. Вот, все правильно. И прокатитесь. И следом у нас конкурент едет. Пожалуйста. Итак, встречайте, Вестас Никулин и сеньорита Текила! Я люблю эту работу! Друзья, если вы хотите, чтобы на вашей свадьбе был веселый и зажигательный ведущий, и сама атмосфера была такой же, то звоните мне, Стасу Никулину. А я пока в шапке похожу.